Готовимся сейчас к выставке. Я подбираю саженцы для выставки. Для нас это волнительно. Мы готовимся к ней целый год. Поэтому я вам немножко прожужу уши про выставку. Вот, подошла. О чем речь? Подошла к ремонтантам сорта. Хочу показать вам. Вот это у меня Primark 45 здесь. Он в горшках 0,8, то есть небольшие горшки, 800-граммовые. Смотрите, что он мне решил выдать в 800-граммовом горшке. Плюс ко всему он цветет, плюс к этому он плодоносит у меня. И все это в маленьком, небольшом горшке. И вот малыши его тоже очень неплохо здесь обосновались, смотрю. Конечно, ягодка, ну, не показатель в горшках 0,8, но все же мы тут с урожаем, как говорится. И это все в горшках, в принципе, в саженцах, которые мы вот осенью отправляли. Что хочу сказать про Арк 45. Вкус, конечно, изумительный. На основе этого сорта создавалось большинство ремонтантных сортов. Именно за счет вкуса его берут за эталон. Такая вот ягодка у него довольно неплохая для 800-граммового, опять же, горшка. Вот. Поэтому обратите внимание, ну, единственное, конечно, да, при наличии сейчас бесшипых сортов хороших, этот сорт колючий. Это его колючечка. В принципе, она не частая, да, вот он какой разбег между колючками. Но все равно это колючка. Но вкус, конечно, идеальный. Какой-то баланс идеальный. То есть это не преснота сладкая, это и кислинка, и терпкость ежевичная. Ну, очень вкусный сорт. То есть мы его продолжаем выращивать. Мы колючек не боимся. У меня все сорта есть, какие есть, ремонтантные. И мы их продолжаем выращивать и продолжаем пользоваться ягодкой.